сколько осталось. Это правда. Не то, что сейчас. Нам надо идти к Корголому. Я не имею отношения к этому делу. Раньше все было намного лучше. Не то, что сейчас. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь. Так ты говоришь... Интересно, в этом что-то есть. Наверное, ты прав. Надо выждать время. Ведь спешка не доведет до добра. Так, во-первых, сейчас надо еще выспаться до полуночи. Почему? Скоро узнаете. Так, вот только кажется, из-за этого я потерял лабораторию. Есть еще несколько заклинаний света. Теперь хоть не так темно. Блин, раны, а слишком. Сейчас теперь заблудиться тут можно. И лабораторию не найти. Хотя... Вон она. Это не слишком серьезно. Поговорим о чем-то. Я не имею отношения к этому делу. Вот она. Наверное, ты прав. Так ты говоришь... Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Только самое лучшее решение. Тогда было ясно, что этим делом не имею отношения к этому делу. Больше не хочу слушать эту болтовню за зубами. Как ты говоришь, здесь никому нельзя доверять. Я не умею. Что тебе нужно? Так. Я принес тебе жвалы ползунов. Я принес тебе челюсти ползунов. Очень хорошо. Вот, возьми за это некоторые из моих лучших зелий. О, эликсир магической энергии. Нужно думать. 10 штук. Интересно, поговорим о чем-нибудь другом. Так, я нашел яйца из кладки королевы ползунов. Я знал это. Мое видение действительно было знаком. Самое сильное вещество для зелья содержится в яйцах. Отлично. Этого мне хватит, чтобы сделать зелье, которое поможет нам призвать спящего. А где моя награда? Ах да, награда. Спасибо тебе. Да нет, я имел в виду нечто более материальное. Да? Хорошо. Чего же ты хочешь? Так. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Давайте... Все время одно и то же.
Эссенция жизни, максимальное здоровье плюс 5. Целебное зелье. Пусть это зелье продлит твою жизнь. Так, может, мы начнем призывать спящего прямо сейчас? Теперь мы можем начать церемонию? Нет, мне до сих пор не удалось найти способ зарядить юнитор. Моих знаний для этого недостаточно. Значит, я зря добывал эти яйца, так что ли? Нет, послушай. Где-то есть альманах, в котором содержится нужное мне знание. А у меня этот альманах. Мы купили эту книгу в старом лагере у Кариста, мага огня. Но по пути в наш лагерь она была украдена. Книгу должен был принести Талос, один из послушников. На него напали и ограбили. Он меня разочаровал, но я дал ему еще один шанс. Он должен найти украденный альманах. Поговори с ним, ему пригодится твоя помощь. Где я могу найти Талоса? Где сейчас находится Талос? Он пытается... Вообще-то это я знаю. Кто похитил кто альманах? Кто украл альманах? Талос сказал, что на него напали черные гоблины. Странно, конечно, но вполне вероятно. Но я уже вырезал всех этих гоблинов. А я за это что-нибудь... Разве тебе мало доказательств моей щедрости? Ты не останешься без награды. Отлично. Но у меня уже есть. Я нашел книгу. Я нашел книгу. Хорошая работа. Теперь ты достал все, что нам нужно. Еще немного, и все будет готово. Где состоится церемония? Приходи ночью на площадь перед храмом. Мы все соберемся там, чтобы призвать спящего. Как насчет оплаты? Давай поговорим о... Что ты хочешь? Не самое лучшее решение. На этот раз... Нет, на этот раз руда. Я возьму руду. Надеюсь, эта руда утолит твою жадность. Так. До встречи. Да просвети. Ну, спасибо. Значит, отправляемся на церемонию перед... На площадь перед храмом. Сейчас все туда сходиться будут. Если ты думаешь, никого со мной больше не случится. Здесь никому нельзя доверять. Это не слишком интересно. Слишком много поговорим о чем-нибудь другом. Слишком. Не самое лучшее решение. Так, я не пойму, я что, опять заблудился? Только между нами. Уж лучше другим не обязательно знать об этом. Почему нельзя держать язык за зубами? Ага, мне туда. Нужно думать. Вот он. Храм. Вон тут уже собрались все. Долгие годы ожидания подошли к концу. Смотрим. Спящий видео. Проявил свою силу и указал нам это место, чтобы засвидетельствовать его пробуждение. Артефакт, который был открыт нам в видениях, поможет сплотить нашу духовную силу. Мы долго готовились к этому. Объедините свои мысли, чтобы спящий услышал нас. Путь к нему — это путь к свободе. А мы — его избранные. Пробудись, о спящий! Случилось. Да, учитель.
что случилось? Вы увидели путь к свободе? Да, спящий хотел указать нам путь к свободе. Да, в чем дело? Скажите, что вы увидели? Орки преграждают нам дорогу к свободе. Спящий показал нам место для церемонии, и мы должны его найти. Недалеко от лагеря находится пещера орков. Наш путь лежит именно туда. Да поможет нам спящий. Как же так? Мы что, должны драться с этими чудовищами? Спящий не призывал вас к борьбе. Я сам пойду со стражниками. А вы, новички, молитесь за нас. Понятно, это наверняка юниторы. Да вообще-то знаю я, это юниторы, мне их искать потом надо будет. Так, сейчас мне надо поговорить с Корангаром теперь. По сценарию. Что еще случилось? Что же нам теперь делать? Наше видение было очень неясным. Оно принесло нам больше вопросов, чем ответов. Но одно стало ясно. Мы видели орка в темной пещере. Недалеко отсюда есть заброшенный храм орков. Раньше орки хоронили там умерших. Поэтому это место называлось у них кладбищем орков. Ясно. Гуру Идолюкор взял с собой нескольких стражей и направился туда. Кладбище Может орков. Быть, там мы найдем то, что послужит ответом на наши вопросы. Мне нужен человек, который сможет пойти к ним, а затем вернуться ко мне и рассказать о том, что увидит. Почему же ты не можешь пойти туда сам? Ты же предводитель стражей. Моя задача — защищать просвещенного. Я останусь здесь с Юберионом и буду охранять его. Ты уже хорошо послужил нашему лагерю. Я доверяю тебе больше, чем кому бы то ни было. Поэтому я прошу тебя, отправляйся на кладбище орков и расскажи мне, что удалось найти нашим стражам. Я сейчас же пойду туда. Возьми вот это кольцо. Оно сможет защитить тебя в битве. Спасибо. Где находится кладбище орков? Это недалеко. Послушник Талос знает дорогу. Ясно. Ну все. Прохождение на этом подходит к концу.